Мы сегодня с Данилом Владимировичем Зеленевым, заместителем главы Республики Красногорск, находимся на мониторинге работы общественного транспорта. Мониторинг мы проводим по своей инициативе, в том числе и по обращениям в случае, если есть обращение граждан. Ну, можно пойти на опережение и самостоятельно вместе с сотрудниками администрации посмотреть, как действительно работают маршруты. И если что-то нужно, вести корректировки, не дожидаясь уже жалоб от жителей. В ЖК Митиново 2 в прошлом году поступали обращения от жителей, просили маршрут для ближайшего НЦД Опалиха. В этом году маршрут был запущен благодаря работе администрации. Движной состав начинался с 3 автобусов, сейчас на линии уже 6. Мы сегодня с 7 утра, самый час пик, вот уже к 8 часам уже, можно сказать, прошел. Действительно, очередей нет, всем людям комфортно. Подвижной состав прибывает еще со свободными местами, нарушений по времени работы тоже нет. Поэтому думаю, что жителям достаточно будет сейчас комфортно. И если будут дополнительные какие-то заявления, предложения, будем всегда рады вместе с администрацией проработать и либо изменить время работы маршрута, интервалы, либо подвижной состав.